Значит, я кое-что понял. Если мы нажмем коллекции, тактика. Нет, подождите, прогресс его. То Лонген является частью компании. Мало, я выполнил задание. Не, ну нормально, но еще надо бы. Оружие. Навыки. Изготовление. Тут все пишут. Очень интересно. Предметы. Общий. Офигеть, 9% всего, да ладно. Да не может быть. Не обязательно прохождение на 100%. Общий. Ладно. Так. Лук у нас. Давайте отправимся. Вот это что меня интересует. Так, какие тут звери? Леопарда нет, что ли? А, вот тут он был. Так, ну-ка посмотрим по прогрессу. Где такие значки? Вот, наверное, нет, это не они. Да, таких нету почему-то. Ладно, давайте отправимся опять к Лонгину, к этому Санному, потому что других заданий компании я вообще не вижу. Где он, кстати? Вот он. Перемещаемся. Чтобы не ехать долго. Там, в принципе, недолго. Так, ой. Это мой дом. Вся моя жизнь. Он всех убил. Он заплатит. Пусть он умрет. Сдохнет, как последняя шавка. Так. Так, так, так. Ага, я все. Идем. Да блин. Так, слышно меня? Все. Просто у меня звук отходит иногда. Все, идем. Я помню, мы этот аванпост вроде бы захватывали. И куда нам сейчас? Сюда отмечаем цель и мчимся оттуда. Кстати, я забыл, по изготовлениям у нас леопард. Обычных сигнальных ракет. Ну, леопард и вот тигр можно. Кабан. Леопард, тигр, кабан пока все. Ну, там носорог. Ну, носорог нам не нужен, потому что там реально... У нас, я думаю... Мы не сможем накопить столько денег, точнее, может, и сможем, но нам 2 миллиона денег пока что не нужен. Кредов или кредитов, что-то не знаю. Потому что это, ну, по-моему... По-моему, это очень много. Блин! Почему? Почему я использовал? Да не-не-не-не-не, подожди. Случайно получилось, да. Я хотел, подождите, а почему? Ну-ка. Да, я, видимо, синего листа нет. Ну ладно, давайте собирать так. Все, что есть, все, что видим. Там еще где-то есть листок вдали, но я видел. Ладно. Погнали, что? Случайно получилось нажать. Так, почему у нас цель? А, ну вот, все, точно. Вот нам нужен... Нам нужен зеленый листок. Зеленый листок, видимо, где-то наверху был. Ну ладно. Желтый. Зеленые листы нам нужны, я считаю. Где-то вот нормально. Зеленый лист. Инъектор у нас будет автоматически изготавливаться. Так, из растений изготавливаются инъекторы, которые
мощный эффект. Вот эти собаки, блин. В принципе, они вроде нас особо нам не... ничего не должны сделать, тем более на такой-то быстрой машинке, ну, квадроцикле, ну, нормально. Я так посмотрел, нам нужно компанию выполнять побольше, а то я так игру не пройду никогда. С этими навыками, дополнительными заданиями. Ну, не заданиями, а... Так. Глушитель, что? Крепость. Представляет из себя хорошо защищение аванпосты. С еще большим количеством войск и более надежным укреплением. Пригласите друга, и вы сможете вместе штурмовать крепость. В совместной игре. Это очень интересно. Я слышал, ты около крепости Пола Деплёк. Да, я знаю, я около крепости. Осторожнее. Пока Пол жив, Варшакот крепкий орешек. Чё-то окружённое минным полем там даже. Блоки сигнализации автономны. Сломав один блок, вы предварительно предотвратить вторжение одного отряда подкрепления. Не успеваю прочитать. Точнее, даже вдуматься не успеваю, о чем читаю. Как-то стараюсь быстро-быстро прочитать. Боюсь, что сейчас исчезнет. Ну, опять этот идиот. Так, ладно. Вот там вот это вот меня интересует. Может, это и есть компания, слушайте. Ну, мне здесь не написано, что это компания. Задание «Кровавый рубин». Задание «Инъектор». Ну, не знаю. Так, где у нас тут она рядом совсем крепость? Мне кажется, сейчас нам что-то связанное будет с этой крепостью, если я... У меня почему-то предположение такое. Давайте посмотрим. Кого засек? А, вон. Ой, снайпер, ё-моё. Фига он меня. Да, к ним там хрен подберешься. Интересно, а за тихую зачистку они тоже дойдут опыты, либо же нет? Ну, я имею в виду большее количество. Ладно, пошлите к этому Лонгину, сейчас разберемся, посмотрим. Мне, вообще, по заданию, ну, по, вообще, он является частью компании. Я имею в виду компании игры, то есть... Видите? А, нет, это сохранение. Аджай, имеющий уши да услышит. Откровение. 13:9. Я готовлюсь к проповеди. Да, впечатляет. И ужаснется мир, и узрит дела Господни, и удивится делам его. А для тебя еще одна заблудшая овца. Найди, проследи и принеси, что найдешь. Ой, дайте мне компанию, не хочу я комплексация. Это не компания, по-моему. Ну, тут пометим, тут хотят пешком дойти можно. 200 метров, нормально. Сейчас долетим. А, тут же дельтаплан есть, нафига он, ну ладно. Можно на нем полетать, в принципе. Ой-ой-ой. Снайпер с прицелом, с этим сраным. Так, какие-то лаги понеслись. Нет, то есть лагов, то нет. Прошлая серия была вообще идеально. Ну, практически. Так, будем у него что-нибудь покупать? Я думаю, нет. Все, я достиг, считайте. Чего? Че это было? Откуда он приближает? А что делать-то? Офигеть. А куда? Опять, кажется, я сейчас задание просру. Что-то у меня такое ощущение. Как я за ним следовать буду? А, ну все, я опять проиграл. Обожаю эти задания его, блин. Уже какой раз на нем запарываюсь. Блин, вы мне лодку-то дадите? Там где-то была лодка, я видел. Где лодка? Во. Тигр, что ли, где-то я слышу.
синий цветок нам как раз нужен. Тихо, тихо, быстрее, быстрее, пожалуйста. Тут, о, слон, шикарно. Так, а я не пойму, здесь что? Тут даже, это не река даже, по-моему, да? Какое-то озеро обычное. Куда он тут уедет, не пойму, что. Эй, подожди, почему? Стоп, 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 я вон, нормально. Почему он слишком... Вон, я его вижу. Да почему далеко-то? Если я сейчас ближе подойду, так меня заметят. А, он быстро едет достаточно. Нормально. Либо это у нас не очень быстрый катер. Хотя вроде нормально так. Контрольная точка, это круто. Давайте попробуем вот так вот. Я думаю, нам не на время дадут это. Так, вот этот желтый, это типа наша цель. Ну давайте его, давайте со снайперки. Он идеально стоит. Так, берем, блин, уже пошел. Вот, снайперка. Там даже два задания. Да ёп. Все, сейчас мы заценим, мне кажется, огненные стрелы. Кто замечает? Раз. Где еще? Один только. Давайте я хочу, знаете что? Сейчас мы возьмем стрелы. Попробуем взрывную. Хотя не. Потом как-нибудь на крепости испытаем. Можно было взрывнуть, тут их несколько, так что давайте. Сейчас. Во. Раз. Ой, дурак, чё он встал тут? Где их? Я хочу несколько прям сразу, чтобы одним. Одним ударом. Ладно, пофиг, говорю. Погоди, вот он думал. Раз. Все. Золотым именем. Это кто? Кто-кто? Диджей в пальто. Ты что, не узнаешь мой голос? А должен? Голос радио «Свободный Кират». Это Раби Рейрана. Ты что, не узнал? Да, Раби Рейрана. Зови меня просто Раби Рей. Ладно, Раби Рейрана. Чего хочешь-то? Поговорим с глазу на глаз. Шлю свои координаты. Увидимся. Это дополнительное, наверное, опять задание, да? Или это компания, вот которая вот нам сейчас чувак звонил. Я что-то прослушал, что он говорил по радио какой-то. Так, что-то... раз. Раз, и вот там еще. Срочно избавьтесь от него. Давайте вот так вот. Ты сдохнешь тут. Как-то легко я справляюсь с ними, наверное, уровень легкий у меня. Ладно, давайте. Вот тут что-то взять надо было. Так, сейчас там народ будет, так что давайте вот этим вот сейчас их попробуем. Что тут у нас есть? Е. Так, все вроде. Сейчас посмотрим, тут что у них тут есть. А, вот тут еще. Пропустил где-то. Бриллиантик нарисован где-то, может, наверху. Ладно, не суть, давайте. Идем дальше. Как тут выйти-то? Вот это что? Фига там куча, блин. Ну, можно просто свалить. Ну, ладно, надо испытать сначала стрелу. О, тяж. Все, снесли. Только одна стрела осталась, наверное. Теперь этим будем. Ой-о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 й. Так,
выходить отсюда. Офигеть. С ума сойти. Того надо мочить. Есть. А, все-таки кинул. Ой-ой-ой-ой-ой. Да гаси, гаси, гаси. Что ж такое-то? Подожди. Во, все. Инъектор. Перезаряд. Все, давай, мочи их отсюда. Раз. Эй! Попал же вроде. Так. Дальше. Вот. И вот, давайте, вот, давай в голову. А, прицел трясется. Ладно, тогда по старинке. С бедра их. Надо стрелу сменить, а то у нас получается обычную поставим, а то опасно достаточно. Смотрим, это тяжеловесы, да, у нас сколько? Патрон на ПП. 4 штуки, что ли? А где... А, вот он, этот тяжеловес этот. Ну-ка. Нормально дают вроде. Я вот не знаю, как я играю. Нормальный? Я в том смысле, что вроде бы много выполняю аванпосты, захватываю, да? Вроде нормально, так прилично. Но не знаю. По, скажем так, прокачкам у нас. Да-да-да, качество дополнительных заданий. Нормально ли я справляюсь? Здесь классно, что да, может быть, анимации нет такой. А, вот это вот. Как он толкает лодку. Именно руками. А вот зато... Это очень удобно, когда, например, свалить быстро нужно. О, рыба, наверное, да? Или что это такое, не знаю, мины, что ли? Ну, здесь можно так выпрыгивать. Это вам не дельтаплан, с которого я свалился, помню. Так, это надо вот так сделать. Все, опять это. Мне кажется, это дополнительно все-таки, да. Компенсация. Задание выполнено.